Российская оппозиция отправилась за деньгами в Америку. На слушаниях в Сенате США выступил российский оппозиционер и, как он сам себя именует, правозащитник Владимир Карамурза-младший. На открытии заседания сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что главной целью мероприятия ставится включить в бюджет США несколько статей для борьбы с действиями Кремля. Владимир Карамурза-младший упомянул и митинги, организованные Навальным в прошедшее воскресенье, причем при перечислении данных намеренно преувеличил официальные данные. По подсчетам правоохранителей, в шествиях приняли участие тогда около 1000 человек. People in their 20s and early 30s and their teens, many college students, many high school kids.